Неубранные рельсы на Народном проспекте стали причиной тяжелого ДТП. В аварии участвовал пассажирский автобус. Микроавтобус производства Горьковского автозавода движется по Народному проспекту в сторону 3-й рабочей. На перекрестке водителю требуется повернуть налево на Военное шоссе. Машина останавливается, пропуская движущийся встречный транспорт. Неожиданно один из автомобилей резко сходит с дороги и влетает в передний бампер микрика. Ну, я ехал в сторону Военное шоссе, да, по маршруту. А он, видать, эти рельсы, попал на рельсы, занесло, и вот такой. То есть его просто раскинуло? Да. А он куда ехал? А он прямо туда. Да, с этой, в сторону Некрасова. Ты так развернуло? Да. На кадрах видеорегистратора хорошо видно, как резко и непредсказуемо повел себя внедорожник. Едва лишь его колесо коснулось невидимого под снегом металла. Водитель Mitsubishi Pajero Mini от комментариев уклонился. Вины его в произошедшем нет, поскольку даже увидеть рельсы под толстым слоем снега у него не было ни малейшей возможности. Как и удержать машину. Pajero кинуло на микрик правым боком. Как результат, дверь глубоко вошла в салон мини-джипа. Пострадал и автобус. Пока известно только о том, что перестал работать двигатель. Причины такого его поведения станут понятны после того, как машина растащат. Прибавится ясности и по поводу ходовой части. Никто из людей в аварии не пострадал. Как пояснил водитель автобуса, сразу после столкновения он опросил каждого из находившихся в салоне. Никто из пассажиров не выказал желания показаться врачам. Машина почти не мешает движению, что позволяет им и их водителям мирно дожидаться сотрудников ГИБДД.